Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Работа называется «Лодка любви» Нихаль Чанд, Кишангарх, Раджастхан. Около 1750 года, бумага 41/31. Любовь Кришны и Радхи была одной из популярнейших тем у поэтов, музыкантов и художников средневековой Индии. Данная миниатюра является произведением знаменитого мастера Нихаля Чанда, работавшего в раджастханском княжестве Кишангарх. На ней представлено несколько сцен, повествующих о любви Кришны и Радхи. В одной они плывут на фоне заката в большой лодке по реке Ямуне среди лотосов. Пару сопровождают девушки, они правят судном, играют на музыкальных инструментах и поют любовные песни. На противоположном берегу виден большой дворец. Молодые люди страстно желают остаться вдвоем и, пристав к уединенному берегу, удаляются в лес. Во второй сцене Радха и Кришна стоят друг против друга под акацией. Интересно, как тонко художник сумел показать развитие ситуации. Если влюбленные в лодке имеют нимбы над головами, свидетельствующие об их божественном происхождении, то наедине они становятся простыми людьми. Ну вот такое описание к работе Нихаль Чанд «Лодка любви», около 1750 года, бумага, описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.